Француз Жан-Гийом Беатрис и немецкий биатлонист Флориан Граф завершили спортивные карьеры последней гонкой для спортсменов стал посеют на Кубке IBU, проходящем в Ханты-Мансийске. Граф занял 3-е место, Беатрис 17-е. Победу одержал Александр Логинов. Беатрис – олимпийский чемпион 2014 года в гонке преследований и пятикратный призер чемпионатов мира в эстафетах. Граф – двукратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира среди юниоров. Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий.